Для Валерии уходящий год, мягко говоря, не совсем обычный. Во-первых, он юбилейный, певица на сцене уже 20 лет. Во-вторых, она позволила выступить вместе с собой младшему сыну Арсению. Мальчик давно и профессионально занимается музыкой, и он единственный из троих детей певицы, который пошел по ее стопам. «20 лет творчества прославленного артиста вряд ли поместится даже в один юбилейный концерт. Да и вот в такой альбом с фотографиями тоже. А вот отразится ли оно в сердцах поклонников, таких же светлых, как и творчество сегодняшней героини Валерии, это наверняка». Отмечать творческие юбилеи в отечественном шоу-бизе в последнее время принято шиком и пафосом. Валерия же отходит от традиции, отказывается от подтанцовки и часиков, которые смеются тик-так. 2 часа только романсы в сопровождении симфонического оркестра и камерного хора. Я понимаю, что это не забойный какой-то материал, где даже не знаю, мы тут уже привыкли, что на концертах реагируют. Это другая музыка. Публика от такого рискового шага со стороны Валерии пребывает в восторге. Нет никаких визгов и криков. Зал с первых нот выступления погружается в какое-то восторженное изумление. Она показала, мне кажется, мастер-класс для многих молодых исполнителей в том числе. 140 живых талантливых музыкантов, потрясающий дирижер, потрясающий музыкант. Мне кажется, это было, мне кажется, это грандиозно, это необычно. Поддержать Валерию в столь нелегком деле приходят мастодонты российской эстрады. Иосиф Давыдович Кобзон при появлении на сцене даже поправляет свою ученицу за некоторую невнимательность в объявлении выхода учителя. Сразу же. Я народный артист всего Советского Союза. Я думал, что просто так не модно. Я бы с удовольствием, я знаю, я в курсе. Для меня это модно, потому что больше уже никто никогда не получит такое звание. Апофеоз концерта – дебют на сцене Кремля 13-летнего сына Валерии Арсения. Арсений дает Моцарта, после чего, как заправский артист, искусно справляется со сбором цветов, причем покидает сцену сольным проходом в обход мамы. Надо какие-то опыты, какие-то взрывы совершать какие-то безумные поступки. Со стороны мамы это безумный поступок, со стороны того, что он согласился, тоже такой смелый безумный поступок. Прекрасный пианист, очень хорошее звукоизвлечение и построение фразы. А это самое главное, музыкант. Волнение присутствует всегда, легкое, но оно даже, я не могу сказать, что это волнение, оно даже ближе к чувству ответственности. Потому что если человек не волнуется, я считаю, это ненормально. Конечно, для него это колоссальный опыт и тоже большое счастье, радость. Он говорил, спасибо, что дали мне такую возможность. Я за него рада, правда. Рады на этом семейном шоу остаются и зрители. Ну а тем, кто не попал на выступление в Москве и Санкт-Петербурге, рано расстраивайтесь. Есть еще шанс насладиться романсами Валерии в Екатеринбурге. Николай Дубинин, Андрей Скрипкин. Про новости.